Вот такое вот творится у нас на Зайском кладбище, на новом кладбище. Хотелось бы обратиться к мэру нашего города, Андрей Анатольевич. До каких пор вот этот беспредел будет твориться? Что-нибудь будет предприниматься, чтобы вот это все безобразие как-то решить этот вопрос? Вы посмотрите, что творится. Эти участки выдавались зимой. Люди не знали, какое тут место. А сейчас, приезжая сюда к родственникам, к родным, приходят в ужас все. У меня вопрос. Что-нибудь администрация будет с этим делать? Тут можно пройтись, показать. Тут все кладбище такое, все залито. Тут вот кто-то отсыпал, привозил щебень. А рядом вот все затоплено, все могилы затоплены. Все, все в болоте. И лягушки квакают. И там все болото, все ужас. Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.